Чтобы спокойно ездить по крупному городу, нужно обладать крепкими нервами. Наверное, поэтому все одинцовские водители в душе немного философы. Особенно сейчас, когда движение затрудняет выпавший накануне снег. Для того, чтобы разгрузить основные магистрали и облегчить работу уборочной техники, городские власти ведут постоянную работу по оптимизации дорожного трафика. 6 февраля односторонним станет так называемое кольцо бульвара Любы Новоселовой. А в более отдаленной перспективе аналогичное решение ждет и сквозной проезд от Красногорского шоссе до улицы Неделина, идущий вдоль культурно-спортивного центра «Мечта». Припаркованные у КСЦ автомобили затрудняют двустороннее движение. Жители также обращались введением одностороннего движения в связи с тем, что припаркованные автомобили КСЦ «Мечта» не дают проехать в двустороннем режиме дороги. Но парковка нужна, людям в любом случае где-то парковаться надо, поэтому для улучшения движения на этом участке тоже планируется сделать одностороннее движение. Но вот движение в какую сторону? От Красногорского шоссе в сторону Неделина или наоборот от Неделина до Красногорского шоссе будет приниматься на комиссии безопасности дорожного движения. Одностороннее движение вдоль КСЦ «Мечта» будет введено, скорее всего, не раньше, чем через 2-3 месяца. Как и в случае с кольцом бульвара Любы Новоселовой, автомобилистам дадут время, чтобы привыкнуть к изменениям. При этом уже сегодня каждый может высказать свое мнение о том, в какую сторону в проезде лучше направить транспортный поток. Это приветствуется. На городской сайт можно обращаться в электронную приемную главы городского поселения, также главы Одинцовского района можно будет обращаться, письма все будут рассмотрены, и это будет все выноситься на комиссию безопасности дорожного движения для принятия правильного решения. Петр Горохов, Леонид Бурдин, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».